Нам стало известно, что вы вносите в Тульскую областную думу новую законодательную инициативу, увеличивающую обеденный перерыв до 2 часов с обязательным сном сотрудника. Так ли это? Да, действительно, такой законопроект мной подготовлен и в установленном порядке будет внесен в областную думу. Он предписывает руководству предприятий Тульского региона увеличить обеденное время до 2 часов с обязательным сном сотрудника и обустройством спальных мест. Как показывают исследования ученых, данная инициатива позволяет сотруднику лучше отдохнуть и произвести более качественную продукцию. Поэтому я считаю, что это всем пойдет на пользу.